Вот завораживает абсолютно. Таня, сегодня день мальчиков, да? Ты видишь, как нам повезло? Мне тоже нравится. Мне тоже нравится. Ну и прекрасно. А ведь на самом деле есть повод. Именно сегодня день рождения паровоза. 214 лет тому назад в Англии был получен патент на это великое изобретение. Я сейчас хочу с удовольствием представить нашего гостя. К нам пришел Леонид Михайлович Москалев. Доброе утро. Доброе. Историк железных дорог, коллекционер. Человек влюбленный, конечно, в вот этот предмет. Что мы не знаем о паровозе? Есть ли какие-то факты, неизвестные широкой публике, но любопытные? Самое удивительное все-таки было вот это начало 19 века, когда одному вот из отцов паровоза Ричарду Тревитику пришло в голову, то есть уже были паровые котлы, уже было какое-то подобие железных дорог, на которых повозки тянули лошади. И вот ему первому пришло в голову совместить две эти вещи. Поставить паровой котел на колеса. Леонид Михайлович, давайте еще запустим. Так это здорово. С удовольствием. Когда он оживает. С удовольствием. А я пока вас спрошу, а правда ведь, что в начале 19 века, когда паровозы появились, а потом где-то в 30-е годы они появились в России, их боялись? Крестьяне, например, в деревнях просто считали, что это за железное чудовище. Ну, если бы только крестьяне, вот всем известна эта расхожая фраза из английских газет, которая потом, когда строили Петербург, Царское село, линию, перекочевала и в наши газеты, то есть очень серьезные и очень умные люди высказывали такую точку зрения, что у людей может быть некое помутнение сознания от вида столь быстро бегущего стального коня. И даже наше все Александр Сергеевич Пушкин, и тот, в общем-то, очень в штыки, как он еще дожил до момента, когда эту идею внедряли, он очень в штыки ее принял. То есть он сказал, не для нас это. Написал какой-нибудь Пасхин. Ну, паровоз. Есть, сохранилось буквально несколько строк, я их, конечно, сейчас не процитирую, я не пушкинист, я паровозник. Вот. Но потом, уже под самый конец жизни, он написал, что да, все-таки вот инженерное должно идти. И это правильно. Раз вы говорили про эти бешеные скорости, которых боялись, я назову вот тот паровоз, который изобрел Тревитик, первые, собственно, испытания, которые проходили, машина развила скорость 8 километров в час. Ведь он этот паровоз первый раз построил наспор. Его хозяин поставил 500 гиней против тех, кто говорил, что паровоз не доедет. Ага. И вот этот паровоз, значит, проделал путь что-то, по-моему, около 16 километров по нашей метрической системе. И ехал он аж 4,5 часа. Но дотянул 70 человек. И дальше еще один вопрос возникает. А почему же это так всем не понравилось? Почему это сразу в дело не пошло? Да тяжелый он был по сравнению с лошадями. Не умели тогда рельсы делать. Он половину рельсов переломал. И все сказали, нет, ты со своими нововведениями пока подожди. Спасибо большое. Друзья, вместе с Леонидом Михайловичем Москалевым мы чуть-чуть окунулись в железные дороги, но это целая вселенная. Спасибо большое, спасибо, что пришли спасибо к нам этим утром. У нас с вами прощание ровно на 19 минут, а потом поговорим о том, какие профессии нужно себе сегодня выбирать.